Доброе утро, дорогие друзья. Итак, один день и снова праздник. У нас буквально сегодня один день для осмысления того, что было, перед переходом к тому, что будет. Будет у нас Суккот, были у нас грозные дни. Итак, между трагическими, тяжелыми, сложными днями Рош ха-Шана и Йом-Кипур и самым веселым, самым радостным Суккот, вот наш сегодняшний день. Дни трепета закончились, и сейчас вот перед Суккотом надо обернуться назад и посмотреть, как изменились ли мы вообще, или как изменились. Если мы придем к выводу, что вот эти дни, которые были, дни осмысления, дни, в которых мы должны были принять какие-то решения, прошли без следа, то, ну, наверное, это проблема. Наверное, это маленькая проблема. Мы обязательно должны зацепиться за какие-то вот решения, за какие-то шажочки, которые мы должны были себе, если у нас что-нибудь еще там есть вот здесь, наметить. А если не успели, не дай бог, но у нас есть сегодняшний день. Ты должен поставить перед собой какие-то, ну, я не знаю, такие лесенки, которые ты построишь в следующем году. Пообещать, что ты где-то исправишься, что-то сделаешь, что-то изменишься. Иначе это бесполезно. Есть люди, которые живут, они уже мертвы. Это те, которые не меняются. Мы должны меняться. Главная задача человека в этом мире – это максимальное сотрудничество со Всевышним. И только в этом случае, только в единственный случай, только в этом. Деятельность человека, которая согласуется с планами Всевышнего, у него у этой деятельности появляется реальная возможность воплотиться во что-то. Все другие самодеятельные начинания, какими бы титаническими затратами или усилиями не сопровождались, рано или поздно сведутся к тому, с чего нам мы только что говорили. Согласуется – получится, не согласуется – не получится. Для того, чтобы согласовывать свои действия со Всевышним, надо понимать, что Он от нас хочет. Надо верить. Что такое вера в Бога? Вера в Бога включает в себя следующие вещи. Это, конечно, длинный список, да? Но основные какие-то простые вещи. Вера в то, что Бог один, и нет никого, кроме Него. Верить в то, что Бог царь, и что Он наш правитель. Верить в то, что Бог наблюдает за нами своим божественным провидением, видит каждого, понимает и слышит. Вера в то, что Бог принимает наши молитвы. Вера в то, что Бог благ, то есть то, что происходит с нами, это все для нашего блага. Вот эти простые вещи, если человек на них вот как бы построится, или хотя бы каждая из них подумает, как мне вот по этому пункту, по этому, в доверии, в этом продвинуться, то это и есть то, что от нас хотели. Рассказывают такую короткую историю. К раву Израиля из Кожина пришла супружеская пара с просьбой благословить их. У них пропала очень дорогая вещь. Там и раввин сказал отказываться, они не отступали. Тут мужчина вытащил золотую монету, положил, и раб Израилю дал и говорит: помогите, пожалуйста, нам, это для ваших нуждающихся. А он ему говорит: дай мне 60 золотых монет, и я тебе помогу. 60 монет, спрашивает женщина, она забирает эту монету и говорит: пошли, нам Бог поможет, не надо к нему обращаться. Рэба говорит: о, стоять, вот теперь я действительно могу вам помочь. Прежде вы чуть не забыли о Боге, думали, надеялись на меня там, или на другого праведника. А сейчас, вот когда вы поняли, что только Бог может помочь, вот сейчас и я могу вам помочь. Что бы мы ни делали, что бы мы ни строили, какие бы планы, да надо всегда понимать, что без Него ничего не получится. Надо понимать, для чего мы пришли в этот мир. Понимать это, вот знаете, пришел один купец, посылал своего слугу на ярмарку закупить товар. Дал ему доверенность, деньги, там, причку, я знаю, объяснил, что покупать там. И вот слуга добрался до места, ну, смотрит, такая веселая ярмарка, тут кругом и карусели, все. Ну, забыл он все, начал пить, есть, гулять, кататься на каруселях. Закончились деньги, он вернулся назад, пустой. Что скажет хозяин ему? Мы это догадываемся, да? Творец дал нам жизнь, обеспечил всем необходимым в этом мире, для того, чтобы мы достигли, ну, как бы заслуг следующего мира. А если мы все прогуляем, пропьем, про это, что у нас останется? С чем мы вернемся к хозяину и что скажем? Есть потрясающая молитва, которая есть вот в наших молитвенниках. Она говорит следующие слова. «Властелин миров, не на праведность свою мы полагаемся, обращая к тебе наши просьбы, а ради твоего милосердия. Что мы, что наша жизнь, что наши добрые дела, что наша праведность, что наша помощь, что наша сила». Что наше могущество? Ничего. Что мы можем сказать тебе, когда стоим перед тобой? Ведь все сильные – ничто пред тобой. Вот думайте, все сильные – ничто пред тобой. Мужей прославленных словно вообще не было никогда. Мудрецы, подобных лишенных знания. Разумные, как лишенные разума. Ибо множество дел их, несущественные дни их жизни – суета перед тобой.
и нет преимущества человека перед скотом, ибо все суета. Услышали? Все суета по одной простой причине, сказал царь Давид в книге Каэлит. Потому что если мы не видим цель приближения к Богу, все, что мы делаем, суета. Если мы не делаем, какой-то сверяем свои планы с его планами, все суета. Перед нами есть книги, которые написали, перед нами есть мысли, которые он высказал. Если мы просто гуляем по этому миру, то потом мы окажемся в очень неважной ситуации. Этот потрясающий мир создан Богом для того, чтобы мы, да, получали удовольствие, да, жили, да, веселились. Но только цель должна быть другая. Не для этого же мы пришли, чтобы только с утра до вечера гулять. Вот надо сейчас перед праздником Суккот, праздником огромной радости, определиться с одной простой вещью. Цель следующего года какая? Какая цель? Хотим ли мы измениться или нет? Браха вы ацлаха, всего самого лучшего.